светлый символ человека. Поэтому сегодня вот это созвездие друзей, которое собралось, отдает дань памяти, дань уважения этому великому человеку, который был настоящим патриотом нашей великой Родины. И делал все для того, чтобы наша страна была сильнее, чтобы подрастающие молодые ребята, молодое поколение, они чувствовали гордость за свою великую страну, за страну победителей. Желаю участникам соревнований честных и ярких побед, но и ярких впечатлений от пребывания в стенах Центрального спортивного клуба «Армия». Спасибо всем большое за участие в турнире и за прославление нашего замечательного клуба Центрального спортивного клуба «Армия». Это открытый чемпионат ЦСКА. Давно мы проводили, аж с советских времен, и молодежная, и юношеская, и взрослые. Вот, поэтому в этом году состав участников очень велик. И вот сейчас специалисты считали, что по рейтингу на втором месте после мемориала Иван Ярыгин красноярского турнира. А красноярский турнир, как мы все знаем, это отборочный к чемпионату Европы, Кубку мира. Такие турниры способствуют и дружбе, и развитию борьбы, и отношений между тренерами и спортсменами.